Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский. Как-то я совсем забыл про отчетика, мне тут все пишут: «Саня, Саня, давай отчет на ютубе, сколько ты там миллионов, тысяч, сотен долларов нагреб и так далее». То есть, обычно выплата происходит 12 числа в AdSense, мне выплатили числа 13-14. Ну что ж, переходим, как обычно, ютуб, мой кабинет, аналитика. И смотрим, аналитика за прошлый месяц. 51 доллар 90 центов. То есть это новый мой рекорд, больше я пока не зарабатывал. Плюс по просмотрам 109 тысяч 993 просмотра, то есть, грубо говоря, 110 тысяч. И по времени. Ну и посмотрим, какие видео были самые популярные, самые прибыльные. То есть, как обычно, 3D очки ритековские, которые собирают каждый месяц у меня почти основную массу. И обзор Xiaomi Mi Band. То есть вот эти вот обзоры у меня собирают основную массу, так сказать, просмотров. Ну и Oculus Rift, то есть, как вы помните, кто следил за моим каналом в группе и так далее, у меня была проблема с авторскими правами. То есть давайте сразу вам покажу, что эту проблему мы разрешили. То есть с авторскими правами мы порешали, они у меня забрали в итоге вот три видоса. То есть трейлер на Moto Defi древний, трейлер канала забрали мой. И про Oculus Rift забрали. То есть очень прибыльный, в принципе, видос был, очень интересный. Но теперь они там пихают свою рекламу, и обратно отвоевать его я могу, только если вырежу важную информацию. Но я так делать не буду. Ну и, конечно же, свой ролик про петушиный отряд они тоже себе забрали. То есть вот такие вот ублюдки. Пришлось вырезать на всех роликах музыку, пришлось вырезать на всех роликах заставку и так далее. То есть давайте посмотрим эффективность объявлений. И видим приблизительно расценки и кто откуда кликал. То есть такие цифры. Ну и расчетный доход, это как итог, 51.90. Ну и посмотрим еще раз по видео. То есть Mi Band, обзор Lenovo, 3D очки, Oculus Rift и камера на Xiaomi, где я ставил микрофон, на удивление тоже, в принципе, денежку принесла. Ну и как видим, в основном канал тянется за старыми видосами, и скачки такие постоянные идут, то есть от то от доллара, то до 3 долларов, в общем, все такое. Ну что сказать, ничего сверхъестественного, влоги последнее время не тянут, все остальное тоже как-то особо не тянет. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за клики по рекламе, за лайки, дизлайки, репосты, комментарии и все тому подобное. Конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.